Ближе, чем просто соседи. Речь о чувашах и марийцах. Ученые-этнографы впервые провели совместную научную конференцию, где представили свои исследования об общности наших народов. В России живут более 190 народов. Обычаи и традиции у них разные. Впрочем, общих больше. К примеру, встречают с гостей хлебом и солью. Конференцию на тему общности чувашей и марийцев решили провести в селе Большой Сундырь Маргаушского района не случайно. До ближайшего марийского села отсюда всего 1,5 километра. И эти условные границы называют контактной зоной. Так что провести разделение между республиками можно, а вот между национальностями практически нельзя. Сейчас вот мы на земле Маргаушской знаем, что здесь много ассимилированных чувашами марийцев. То есть по крови многие они марийцы, а по языку, по культуре, по менталитету уже чуваши. В орнаменте, обратите внимание, очень такая мелкая техника, детальная, мельчайшая. Это просто как под микроскопом можно стежки рассматривать. И очень тонко разработанные рисунки у чувашей, скажем, других регионов. Вышивка крупная, так это, значит, иногда монохромная, как говорили, там красный, черный, белый цвет. А здесь очень мелко, детально и очень похоже на марийское. Схожие черты вышивки в музыке. Даже язык в пограничной с Мариэл территории отличается от остальной части республики. Ученые посчитали, чуваши заимствовали у марийцев более 1300 слов. Марийцы у чувашей около 250. На протяжении многих веков мы с вами рядом живем. Тема давным-давно изучается, но именно такой специализированной конференции, честно говоря, не было. Любой народ, любой этнос, любая народность, она и в языке, и в культуре, и в традициях у другого народа, соседнего народа. И исследуя вот наши взаимосвязи, взаимопараллели, взаимопроникновение, мы еще ближе будем подходить к изучению, к истории чувашского народа, чувашского этноса. Сейчас в Маргаушском районе стоит памятник крестьянам, которые погибли во время Акрамовского восстания. Тогда чувашские, марийские и татарские крестьяне сопротивлялись введению новой тяжелой повинности – крестьянских запашек. Урожай с лучших крестьянских земель приказывалось отправлять на пропитание царского двора. Мы в прошлом году совместно с марийцами также установили памятник уже на том месте, где происходили эти события около реки Маргаушка. И каждый год мы встречаемся, вспоминаем наших предков. Конференция прошла сразу на нескольких площадках в Большом Сундыре и в марийском селе Виловатово. В таком формате ученые решили встречаться теперь регулярно. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республикам.